А сейчас информация телеканала «Панорама ПРО», входящего в наш медиахолдинг. В течение ближайших 2 лет мобильные операторы страны завершают подключение к системе блокировки подменных номеров «Антифрод». Как сообщает «Интерфакс», ее создали для борьбы с телефонными мошенниками. Как отмечает директор Центра мониторинга и управления сети и связи общего пользования Сергей Хуторцев, в данный момент в системе работают 4 крупных сотовых оператора. До конца текущего года планируется подключение всех оставшихся компаний, обеспечивающих телефонную связь в России. Все это позволит гарантировать подтверждение как минимум 90% входящих вызовов. Лидеры рынка признают наличие проблемы, от которой страдают как физлица, так и банки, и надеются, что антифрод позволит ее решить. В частности, как нам рассказали в компании «Мегафон», за последние 3 месяца в их сети было заблокировано около 150 миллионов звонков с подменных номеров.